мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну, а мы продолжаем. Утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. И сегодня у нас 3 января. Начало года. И приятного аппетита. Да, сейчас мы поговорим обо всем. Если кто-то завтракает, может быть, мы как раз ему и усилим слюноотделение, потому что у нас, собственно, на прямой связи Янис Йендзис, глава общества ресторанов Латвии. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, с Новым годом. С Новым годом, который будет весьма примечателен для истории ресторанного бизнеса в Латвии, потому что, ну, в общем-то, на исходе прошлого, 18 ноября, был подписан договор с, ну, сократим это все название, с гидом Мишлина, который изучит в Латвии более 30 ресторанов, даст свое заключение о гастрономическом потенциале. Ну, что ж, давайте это и обсудим. В прошлом году наши северные соседи, эстонцы, 2 ресторана получили по звезде. А каковы шансы наших? Мы-то болеем больше за своих, за родных, за местных. И что это вообще дает, и насколько это сложный процесс получения вот этих звезд? Что будут проверять? Кто будет проверять? Это будет какое-то там слепое прослушивание, тайный покупатель, или прям целые они, не знаю, бригады придут, и ну-ка давайте здесь откройте, тут покажите. Угощайте нас. Да, здесь нарежьте. Да, доброе утро. Вы совершенно правы, это будут секретные гости с Мишелина. И в том и заключается, наверное, успех этого проекта, что он очень объективен. Список ресторанов 30, которые проверяются, составляют сами эксперты Мишелина. И они тоже приезжают как секретные гости, приходят в ресторан. Вы не знаете, что это эксперты и оценивают то, что они видят. То есть под подозрением, в самом хорошем смысле, конечно же, любой иностранец. Или их эксперты есть среди местных специалистов тоже? Вы знаете, у меня нет информации, что из Латвии кто-то является экспертом, так что наверняка это будет иностранец. Ну, я бы хотел призывать коллег обслуживать всех хорошо, не только иностранцев, но и местных. 30 ресторанов. Я так понимаю из ваших слов, что они сами составили этот список? Они составляют список, да, поэтому тоже... Откуда они берут информацию вот эту первоначальную? У нас ресторанов сотни. С тех пор, что у нас интернет существует, информация найти о лучших ресторанах не проблема. Ну, не скажите, можно же отбирать по-разному. Есть TripAdvisor, на который кто-то ориентируется, кто-то давным-давно нет, потому что считается, что, ну, есть одна из версий, что столько комментариев, часть из них какие-то там свои подсадные, ну, в общем-то, уже кто-то не решается, ориентируется, да, на TripAdvisor. Есть Google простой, вбиваешь там топ-рестораны Латвии, и своя выборка появляется. Отсюда и появился мой вопрос. Все-таки как? Знаете, так как я не являюсь экспертом Мишелина, я не могу вам прокомментировать на этот счет, но то, что я думаю, что очень важно в будущем для ресторанной сцены Латвии, то, что этот гид Мишелин, он последние уже десятилетия является ведущим, ведущим гидом, и том и соль состоит в том, что он очень объективен, и нельзя туда попасть или заплатить, или договориться, и звезды тоже с 1 до 3 присуждаются не на не пожизненно, а на год, и потом это уровень ваших услуг переоценивается, и вы можете или поддержать эту звезду, или получить еще одну, или потерять свою звезду. Поэтому очень важно, что этот уровень соблюдается каждый день, вы каждый день работаете на самом высшем уровне. И, конечно, есть гастрономический туризм, в принципе, сейчас является мировая организация по туризму, сказала, что одним из самых быстро развивающихся видов туризма и, конечно, с огромным потенциалом в случае Мишелина, это, конечно,
приезжают люди платежеспособные, как индивидуальные туристы, так и деловые туристы, которые, ну, помимо своего мероприятия в Риге, которое они хотят провести, они хотят тоже сходить в хороший ресторан. И то, что на практике уже показывалось, что коллеги из принимающих туристических агентств сообщали то, что вот, ну, группы, которые хотят очень-очень много денег потратить у нас, смотрят, ну, гостиничную сцену, находят хорошие гостиницы, спрашивают про рестораны. И они ему рассказывают, да, у нас есть хороший ресторан. Говорит, у вас есть Мишелин? Нет, Мишелина у нас нет. А в Таллине есть? А, в Таллине есть, тогда поедем в Таллин. Так что, ну, это работает и привлечение новых уникальных туристов. И тоже вот как-то последние годы мы много говорим об инвестициях, которые очень важны, заграничные инвестиции. И, конечно, инвесторы, когда смотрят место, куда инвестировать, куда переезжать, переносить свой офис, один из моментов, которые они оценивают по уровню жизни, конечно, это гастрономическая сцена. Это не обязательно дорогие рестораны, это интересный концепт кафе. И, кстати, Мишелин тоже, помимо звезд, у них есть отделение Recommended by Michelin, куда вы можете попасть со своим концепт-кафе, с концепт-рестораном, который, может быть, по всем критериям не квалифицируется на звезду, но что-то интересное предлагать, и они с удовольствием рекомендуют вас своим читателям, поклонникам. Но вы вот упомянули сейчас слово «критерии». Какие критерии для получения звезды? И оценивается ли это именно вот какая-то местная кухня, какая-то особенность? Или что является вот критериями? Ну, это fine dining, это инновация, креативность, шеф-повар. В основном, ну, для одной звезды, конечно, если вы не делаете больших ошибок в сервисе, для одной звезды, ну, в основном оценивается как бы рукопись шеф-повара. И потом вторая, третья звезда, там уже очень много требований, ну, таких как бы в чек-листе, которые по сервису должны отвечать, и по наличию, конечно, винная карта предложения, это все оценивается. И, ну, три звезды – это уже самый высший уровень, и они сами как бы говорят, что ресторан с тремя звездами, он настолько интересен, что он сам как бы destination, ну, как бы ваше путешествие вы планируете только в этот ресторан. И, конечно, ну, на моей практике я занимался ресторанным бизнесом, нам было очень интересно, мы ездили по миру, были в одной, в двух, в трех звезд ресторанов Мишелина. И, конечно, очень интересна та публика, которая путешествуют по этим ресторанам. Ну, маленькие, поменьше или побольше группы, которые, например, могут сидеть в баре ресторана и 3 часа обсуждать, ну, в каком из ресторанов фуа-гра в этом году, который шеф-повар делал лучше фуа-гра. И ну, ну, совсем такое другое направление. Но, конечно, с точки зрения экономики, каждый приезжающий гастрономический турист, он оставляет деньги не только в ресторане. Он, конечно, проживает в хороших гостиницах, идет в шопинг и поддерживает очень много индустрий, которые поддерживают индустрии наших ресторанов общественного питания. Вообще, конечно, это все звучит замечательно, потому что буквально еще год назад мы общались и с вами, и с другими представителями отрасли, и все стонали, и плакали, и рыдали. Ковид, ограничения, теряем деньги, закрываются заведения. И тут все перевернулось буквально на 180 градусов. Мы уже ждем гостей из Мишленовского вот этого института, можно так сказать. Это позитив. Но, опять же, учитывая все вышесказанное, было определенное падение. Заведения открывались новые, в том числе, конечно, не без этого, но кто-то закрывался. Уезжали кадры. Это касается и шефов, и обслуживающего персонала. То есть отрасль претерпела за последние 2 года определенные изменения. А в этой связи кто из существующих ресторанов, кто вышел вот в этот вот финальный список 30, реально может получить звезду?
Ну, опять же, годы назад говорили, ай, как странно, что у Рифенши его Винсента нет звезды. Ай-яй-яй-яй-яй, ну вот единственный в Латвии, кто мог бы. Потом появились какие-то другие имена. Кто сейчас вот среди вашей тусовки внутри считается самым... Фавориты. Да, фаворитом, топовым. И в ком вы, ну, не то чтобы уверены, но если... Так вот, первая ассоциация, в общем, звезда Мишлена в Латвии может быть присуждена... Кому? Я не поддамся на эту провокацию. Но это вообще не провокация. Даже рядом нет. Это простой интерес. Ну, я думаю, у нас рестораны 4, 5, 6, может быть, достойных, которые могут претендировать на звезду. Отлично. А не только в Риге? Не только в Риге. Ну, да и как вы уже, наверное, заметили, что в Эстонии тоже 30 ресторанов оценивалось, и 2 получили по звезде. Так что это, ну, такой серьезный процесс и не абсолютно не гарантированный. Но это тоже, с моей точки зрения, очень хороший сигнал всей отрасли. Как вы говорили, очень трудное время было, пандемия была. Сейчас тоже нелегкое время, цены на энергоресурсы очень высокие. Мы являемся энергоемкой отраслью, нам надо все печь, готовить, жарить, так что много электричества, газ на это все уходит. И, конечно, это хороший сигнал, что вот у отрасли есть будущее, это хороший сигнал молодым, я думаю, талантам, которые выбирают прекрасную профессию повара, где, ну, сейчас уже шеф-повара, они как звезды, как спортсмены, как поп-звезды, они идут на телевидение и могут делать очень хорошую, интересную карьеру, хорошо зарабатывать и всегда, конечно, быть поевшим и радовать людей. Так что, я думаю, для всей отрасли и тоже нашим ведущим шеф-поварам, которые, может быть, устали от всех этих ограничений, от пандемии, от того, что им надо все время спасать бизнес, они уже могут немножко как бы подумать креативную сторону своего бизнеса, сторону качества, выбора продуктов. Ну, мне очень симпатичен эта дорога, по которой идет гастрономическая сцена Латвии. Это модная латвийская кухня, где мы выбираем локальные продукты от представителей, которые сами это производят, и пытаемся модерными методами обрабатывать эти как бы продукты, которые у нас традиционно здесь выращивались. И конечно, вот как скандинавы были первые в этом направлении, я думаю, что наши шеф-повара тоже очень удачно используют это направление. И, конечно, есть еще моменты, где развитие возможно как и в поварском деле, так и в сервисе. Я думаю, тоже, как вы упомянули, очень много работников уехало, очень много переквалифицировалось. Ну, было время, когда призывали всех переквалифицироваться. Да, да, помним. Так что в сервисе тоже у нас, я думаю, большая возможность еще расти и расти. Вы упомянули, что звезды надо подтверждать каждый год. Договор между Латвийским агентством инвестиций и развития и, собственно, вот этой организацией мишленовской на 150 тысяч. Вот они приедут и, видимо, все эти 150 тысяч проедят в этих 30 ресторанах. Ну, грубо говоря. Означает ли ваша ремарка, что если мы хотим продолжать эту историю, то примерно такую же сумму, 150 тысяч, нужно будет платить ежегодно? Ну, знаете, я не видел договор с Мишлином. Ну, платить, конечно, надо, но я думаю, 150 тысяч вот такая совсем малюсенькая сумма, которую вы говорили с коллегами, да, это меньше, чем в налогах год платит маленький, ну, сравнительно небольшой fine dining ресторан в год налогов платит. Так что, если мы это переносим на расходы по маркетингу, так, ну, я считаю, мое индивидуальное мнение, что это лучшее, что по маркетингу, по гастрономическому туризму сделалось, ну,
за то время, сколько я себя помню, в отрасли это очень много десятилетий. Невозможно не согласиться, не поддержать вас. Это прекрасная идея, и давно пора. Жалко, что эстонцы нас обогнали. Но ладно, как получилось, так получилось. Янис, а у меня вот такой чисто практический вопрос. А получается, что звезду ресторан получает на основе заключения вот одного эксперта, или, например, вот приезжают два и дают, ну, как бы свои разные независимые мнения? То есть вот, ну, не получится ли так, что вдруг от какой-то субъективной оценки мы будем зависеть? Ну, не мы, но я имею в виду вот сами рестораны. Но я думаю, что эксперты у них эмоционально стабильные, что все будет в порядке. Главное показать себя на этом уровне. И я не думаю, что там такой субъективный фактор. Конечно, все люди субъективны, но они работают уже несколько десятилетий, и у них свои критерии, то, что они оценивают. Конечно, нет надобности им как бы подвести наши рестораны и не дать звезды. Так что я думаю, если... Конечно, момент то, что вот это, то, о чем мы говорили, что этот уровень должен быть показан повседневно, в каждый час, потому что мы никогда не знаем, как они пойдут. И, конечно, вот такие даже страшные истории в мире, где шеф-повара оканчивали жизнь самоубийством, когда теряли звезды. Ну, это, конечно, не тенденции, но бывали. Так что это очень-очень серьезно. И если, я думаю, что это можно, если мы сравниваем с спортом, каждый спортсмен мечтает об участии в Олимпийских играх. И гид Мишелин – это как Олимпийские игры в нашем бизнесе для ресторанов. Это участие, само то, что вы можете поучаствовать. И, конечно, они потом присылают свои как бы заметки о том, что было хорошо, что не очень хорошо. Это, конечно, возможно тоже коллегам поднимать свой, не исправлять ошибки, опять в следующем году показать себя с лучшей стороны. Вы упоминали, что мы отстали от эстонцев. Я, в принципе, мы всегда, я думаю, отстаем от эстонцев. Но в этом плане, я думаю, это скорее плюс, чем минус, что балтийские страны как бы ходят этот гид Мишелина, и очень много и групп, и туристов выбирают наши три страны как destination для своего путешествия. Мы маленькие, такие милые, но легко можно нас посмотреть в одну поездку. И если будут туристы Мишелина, им тоже интереснее посмотреть рестораны с Мишелин-звездами в Таллине два вечера, например, и потом приехать в Ригу и посмотреть наши рестораны. Так что это уже целое такое путешествие по стопам Мишелина получается. Ну да, и с другой стороны, то, что эстонцы были первыми, им пришлось сложнее всех. Как всегда первым. Мы, опять же, можем сделать определенные выводы и уже быть заведомо лучше быть. Все, обгоним и перегоним Эстонию как минимум. А когда, кстати, могут быть известны результаты? Ой, мне не трудно сказать. Я думаю, что вообще это, я думаю, что Мишелина они сами будут объявлять и пресс-релизы давать. И это, конечно, тоже один из важных моментов по маркетингу, то, что у них своя уникальная клиентура, свои уникальные посетители, их домашних страничек. И, конечно, они будут давать пресс-релиз, что они оценили Латвию, вот там столько и столько такие рестораны. Следим за событиями. Да, я уверен, что это будет генерировать новый поток гастрономических туристов, которые, может быть, никогда не были в Латвии, не были в Риге, но это очень сильный мотиватор их приехать, посмотреть, оценить, потому что они были во всем мире, все уже видели, но в Латвии... Настало время Латвии. Да. Огромное спасибо за рассказ столь подробный. Янис Йензис, глава Латвийского общества ресторанов, был с нами на связи. Еще раз с Новым годом. Удачи нашим вот этим вот участникам. И вообще спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. Спасибо большое. Всего доброго. У нас непродолжительная пауза в эфире. Скоро мы с Олегом вернемся с новостями со всего света. Радио Болткома.